Привет-привет. Наконец-то мы нашли кофе в Tim Hortons. Хочу вам показать Queen Street at night, ночью. И посмотрите, никого нет на улице. Только одинокие машинки и прохожие. Ну вот это не мой район. Вообще ничего не знаю тут. Люблю только озеро на бичес. Ну вот такое тут местечко. Вот такие домишки. Сейчас поимеем кофе и будем идти домой. Просто хочу вам показать разные Торонто. Может, это поднимет вам настроение. Все-таки я люблю быть на улице и на природе. Ну вот как-то так. Все, идем к паркингу, к нашей машинке. И завершаем нашу прогулку сегодня. Вот такие тут домики есть. Но вы знаете, что нету заборов. Но это совсем старые. Если хотите иметь представление, сейчас покажу чуть-чуть. Все дело на любителя. Не все любители такого жития. Ну, уж как есть. Я хочу вам показать разнообразный Торонто. Вот так они выглядят, эти домишки. А это считается многоэтажка, да? Три этажа. Ну, вот такие малютки, домики. Я не могу сказать, что это центр Торонто. Это восток, восточная часть. Ну, вот как-то так оно все выглядит. Наверное, не очень привлекательно, но давайте скажем экзотично. О, нет, вот есть хороший домик. Я люблю красивенькие. Вот этот по-богатому. Нет, все-таки есть что-то красивое. Вот, и машина соответствующая. Некрасивый домик. Современный, с прекрасными окнами. А это старый, старинный, викторианский. Ну, вот так. Все, завершим на этом. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас ночной торонтовской любовью.